Леди Ксю. Леди Ксю. Под ваши бурные аплодисменты. Тебе. Публика, всем привет. Все, я готова. Необъяснимое оцепенение прошло сквозь тело и невидимую душу. В сознании погром, землетрясение, покой безжалостно нарушен. Ударив каблуком по полу звонко, шатнулась люстра, потекла свеча. Перо из рук выскальзывает тонко. Мне подмигнуло небо, промолчав. Не нагнетай вечерней страсти сумрак. Луна кривляется оранжевым пятном, а звездопад танцует зной на румбу, и все картины ходят ходуном. Я потеряла нить повествования, вмиг обрывается с образами связь. Влачу писательское существование. Творить желаю так, чтоб не ударить в грязь. Следующее стихотворение писалось в период коронавируса. Называется «Апокалипсис чувств». Дожили. Наступил апокалипсис. Эмоции потоком взорвались. Где нам укрыться в жизнерадостном оазисе? Нет больше места в ложе счастья для двоих. Сменили мысли прежние локации. Их будто бы цунами унесло. Включила молния карательные санкции. И гром-властитель метко целится в окно. Повсюду смачные следы от разрушения. Друг перед другом чувства обнажились. Незримо расстояние воображения. Мы будем вместе, как бы жизнь не возмутилась. И не найти очаг участков пораженных. Теперь уже размыто поле боя. Невинно начиналась дегустация утонченных. Закончилось все тем, что мы в запое. И последнее стихотворение – ну, написано, наверное, по мотивам реальности, по мотивам жизни. Ну, правда, конец не был таким трагичным. Держи очень крепко, не отпускай. Метель разбросала облако пыли. Ветер мысли уносит в звенящую даль. Как бы хрупкое в жизни не обронили. Ты на самой вершине земного пространства. Стереотипно скажу, выше только любовь. Закружила погода в своем хулиганстве. Не то солнечный свет, не то снежная новь. Страсть красивого кадра затмевает рассудок, возвышаясь над кипельной тишиной. Возглас бури суров, опрометчив и жуток, без разбора людей унесет за собой. Бесконечное чувство манящей свободы. На краю, не пускай в обрамленную глубь. Как же просто сорваться с этой горной породы. Вихрем мощный поток укрощает нам путь. Ускользаю, держи, прошу очень крепко, мою руку сжимая на отвесной скале. Онемевшие пальцы не дают мне зацепку. На Кавказе оставила след в январе.